От одного побережья до другого всего 8 часов наземным транспортом. Чудеса, да и только. Не самый быстрый и не самый дешевый способ путешествовать, но в этом его прелесть. Богатые обожают, когда все вокруг дорого. С другой стороны, кормят тут отлично. Бурбон просто шикарный. Хотя мне-то почем знать. Таким как я, билеты сюда не продают. Хорошо, что я предпочитаю свежий воздух. Даже если ветерок дует со скоростью 640 км в час. Да, сэр. Путешествовать надо стильно. Если только это не привлекает лишнего внимания. Бог ты мой. Спускаться на канатах со скоростью звука? Они или идиоты, или настоящие мастера. Похоже, второе. Меня это все не касается. Если я засвечу тут свою рожу, угадайте, кого во всем обвинят? В очередной раз. Но эта команда играет по правилам Blackwatch, по моим правилам. И такие команды не любят брать пленных. Так что лучше сразу со всем разобраться. Какого? Всем оставаться на своих местах. Скоро все закончится. Он не знает куда. Что нам с ним делать? Ха, так точно, сэр. Так вот, код. Что он открывает? Что-то в начале поезда или в хвосте? В хвосте. Спасибо, напарник. Интересно, что им нужно. Толстосумов тут, конечно, полно, но ведь по карманам много не наскребешь. Видимо, в багажном отделении находится что-то ценное, и оно им нужно в целости и сохранности. Открой дверь, иначе мы его убьем! Так что открывай эту чертову! Пригнули головой, живо! Подкрепление! Вызываю подкрепление! Пардон, мадам. Ничего-ничего. Что? Подкрепление! Мне нужна помощь! На все остальное плевать! Мне нужно... Ох... Неважно, коготь один. Кто бы ты ни был, это твоя последняя возможность сдаться. Макри? Ты? Клянусь богом, я убью! Простите, вы проводник? Можно вас на минутку? Вы не откроете для меня дверь? Посмотрим, что им было нужно. Что? Что это? Понятия не имею. Но ради этого им нужно было подкрепление. Ну, так пусть забирают. Есть! Теперь они от нас отвяжутся. Скоро уже, Хьюстон. Скрываться больше нет смысла. К тому же, свежий воздух — это не так круто, как кажется. Экстренные новости! Головорез Джесси Макри захватил гиперпоезд! Простите, сэр, прибываем в Хьюстон через 3 минуты. Что сказать полиции? Мне кажется, они обвиняют во всем вас и хотят арестовать. Беглец разыскивается за убийство, кражи... Ага, я так и думал. Так что им сказать? Правду. Не захотят слушать их проблемы. Хотя, вот что, может, вы с ними свяжетесь и скажете, что мы прибываем немного позже? Денёк выдался нелегкий. 5 минут форы не помешают.